Привет, малышки Кэрри и Эмбер. Ням-ням-ням. Что вы делаете в лесу, девчонки? Малышка Кэрри говорит, что они рассказывают страшные истории про привидений на Хэллоуин. У-у-у, я боюсь. Какая красивая у тебя шляпа ведьмы, Кэрри. А ты очень милая фея, малышка Эмбер. Что случилось, девчонки? Вы заметили что-то в небе? Кажется, это огромная летучая мышь. Малышка Кэрри не знает, куда ехать. Это не огромная летучая мышь, а это малыш Гектор. Просто он переоделся в летучую мышь специально к Хэллоуину. Здравствуй, малыш Гектор. Кэрри и Эмбер подумали, что ты большая летучая мышь. Они испугались и уехали кто куда. Почему бы нам не найти их? Смотри, малышка Эмбер. Это всего лишь малыш Гектор. Он переоделся для Хэллоуина. Малышка Эмбер переживает за малышку Кэрри. Куда же она уехала? Поехали, отыщем ее. Что это? Похоже, что малышка Кэрри обронила свою шляпу. Что происходит? Что это? Кажется, это монстр! Бегите, малыши! Смотрите, это всего лишь малышка Кэрри. А теперь нужно отыскать малышку Эмбер. Вот она. Видишь, малышка Эмбер, это всего лишь была малышка Кэрри. Малышка Эмбер говорит, что с нее достаточно хэллоуинского веселья. И они возвращаются в автомобильный город. До свидания, друзья. До новых встреч.
малышка Эмбер. Думаю, ты не получишь эту конфету. Мама? Бен пошутил. Но у тебя все еще есть возможность получить конфету. Малыш Бен, что ты делаешь? Китарба? Это нехорошо. Сладкая газировка может быть очень липкой. О, это просто газированная вода. Наверное, это не так уж плохо. Гектор, я не уверен, что ты хочешь. Шутки могут быть смешными, Бен, но иногда они расстраивают твоих друзей. Похоже, вы, ребята, что-то задумали. У вас особенный сюрприз для малыша Бена. Это потому, что он подшутил над вами? Надеюсь, это неплохая шутка. Здравствуй, малыш Бен. Твои друзья сделали для тебя торт. Попробуешь, Бен? Я думаю, он боится, что над ним подшутят. Это действительно торт? Малыш Бен догадался. Это был не настоящий торт. Не стоит пытаться шутить над тем, кто только что разыгрывал вас, друзья. Вы правы, никогда не сдавайтесь, малыши. Что такое, Бен? Действительно, а где же остальные дети? А ты посмотрел в классе? Никого. О, нет! Что это? О, привидение! Ребята, это же был еще один розыгрыш. Думаю, Бен очень испугался. Может, мы назовем этот день днем шуток? Что скажете? Хорошо, увидимся позже, друзья. Привет, малыши! Сегодня ветрено, не так ли? О, нет! Кажется, на сегодня вы закончили с футболом. Может быть, вы поиграете в другие игры? У тебя есть идея? Какая же? Вы построите домик для игр? Как здорово!
Ребята, почему мы здесь? Вы хотите взять доски для вашего домика? Что ж, надеюсь, вас не поругают. Так, малыши, что дальше? Привет, малышка Эмбер. Ты не могла бы помочь малышам Чарли и Фрэнсису построить домик для игр? Что вам потребуется? У тебя найдется покрывало, которое можно использовать? Превосходно! Что не так? Вам бы хотелось, чтобы домик был более красочным? Почему бы вам не попросить малыша Тома помочь? Прекрасная работа, малыши! Сразу заметно, что вам очень нравятся уроки рисования. Ну что, пора забираться внутрь. О, нет! Слишком ветрено. Что же нам делать? Привет, малышка Кэрри. У тебя есть идея, как помочь своим друзьям? Липкие конфетки? Вот это мысль, малышка Кэрри. Они точно удержат покрывало на месте. Потрясающая работа, малыши! Веселитесь в своем домике для игр! До новых встреч, друзья! Привет, малыши! Чем занимаетесь? О, здорово! Том учит вас рисовать. Это творческое занятие. Ты что-то забыл, Том? Малыши, будьте здесь, а Том пока сходит за губкой для доски. Тебе скучно, малыш Фрэнк? Давай-ка посмотрим, что ты нарисовал.
Ну, неплохо. Это дом? Привет, малыш Том. А что ты нарисовал сегодня? Выглядит невероятно, Том. Молодец. Эй, малыш Чарли, что ты задумал? У тебя какая-то проблема с красками. О, нет, ты испачкал краской малыша Мэтта. Все в порядке, малыш Мэтт, это всего лишь краска. О, нет, что ты делаешь, Мэтт? Вы устроили бой на красках. Осторожней, малыш Чарли. Смотри, чтобы краска в тебя не попала, малыш Мэтт. Похоже, вы объединились, Мэтт и Фрэнк. Хорошая идея. Малыши, Том вернулся, и он недоволен таким беспорядком. Ребята, Том говорит, что если вы не остановитесь, вы больше не сможете прийти в его магазин красок. Ладно, малыши, было весело. А теперь пора очистить все это. Хорошо, вам нужно распределить обязанности. Малыш Том и малыш Чарли, вы моете стены. Малыш Мэтт и малыш Фрэнк, вы моете пол. О нет, ребята, не играйте с мылом. Вам ведь нужно все убрать. Ох, Том, похоже, это еще не конец. Удачи в уборке класса. Привет, малыши! Чем занимаетесь? Вы ждете Сьюзи? Она вам сделала сюрприз? Здорово! А вот и она!
Сьюзи говорит, что она придумала для вас всех игру. Охота за пасхальными яйцами. Она спрятала пасхальные яйца по всему городу. Вы должны найти их все. Но помните, не ешьте яиц, пока они не будут подсчитаны. На старт! Внимание! Марш! Молодец, Том! Ты нашел первое яйцо! А вот и Бен. Он тоже нашел яйцо. Оу, Эмбер, смотри-ка, сколько яиц ты нашла. Одно. Два. Три. Четыре яйца. Отличная работа. Ого, Кэти, у тебя здорово получается. Кэти, быстрее, время заканчивается. Время почти вышло. Где же малыши? Вот они! Давайте подсчитаем, сколько вы нашли яиц. У малыша Тома 3 яйца. У Бена 4 яйца. У малышки Кэти 6 яиц. Но где же малышка Эмбер? Вы не знаете, где она? Может быть, вам поискать ее? Похоже, здесь нет Эмбер. Ее нет. Что ты нашел, малыш Том? Обертку от пасхального яйца. Похоже, здесь была малышка Эмбер. Да, вот незадача. Я уверен, что Эмбер скоро появится. Смотрите, вот она. Эмбер, ты съела все свои пасхальные яйца? Тебе нехорошо? Сьюзи позвала твою маму. Вот и она. Отправляйся-ка домой и отдохни. А теперь давайте посмотрим, кто же собрал больше всех яиц.
Молодец, малышка Кэти! Ты выиграла! Медаль достается тебе! Отлично, малыши! Увидимся в следующий раз!